Я рад приветствовать вас. С вами снова Александр. И я хочу вам рассказать сегодня о детском автомобильном кресле от компании Joy. Модель называется Duolo. Это кресло категории 2-3 от 15 кг до 36 кг. Это от 3 лет приблизительно 100 сантиметров роста, короче говоря, от 100 сантиметров роста до 12 лет. В общем, купили и забыли. Сразу скажу вам о безопасности этой модели. Она получила отличные оценки на том же Адаке, поэтому этому креслу смело можно доверять ребенка. Оценки очень высокие, поэтому в этом плане все отлично. Что касается самого кресла, давайте я вам сегодня о нем расскажу, как им пользоваться, как оно крепится, что оно вообще из себя представляет. Вот как оно выглядит. Давайте сразу скажу про ткань. В компании Joy используют достаточно хорошие ткани. Они на ощупь достаточно приятные. Что мне в этой модели нравится? Очень мягкое сиденье, мягкий подголовник, боковинки мягкие. Потому что у многих компаний они немножко грешат этим, жестковато. Здесь мягенько, удобно. Так, что касается комфорта ребенка, давайте сразу об этом поговорим. Что мне понравилось в этой модели? Здесь сиденье имеет возможность регулировки его по длине. То бишь, ребенок растет вверх, ножки растут, мы параллельно выдвигаем сиденье, и ножки у ребенка меньше затекают. Что касается регулировки спинки вверх, отсюда вам виднее, растет вверх, все классно. Но когда мы поднимаем уже на предел, вы заметили, сейчас оно немножечко расширилось вверх. Ребенок в плечах тоже растет, когда растет вверх. Поэтому это очень классная фишка в этой модели. Что касается крепления самого ребенка, давайте посмотрим. Здесь, получается, пятиточных ремней нет. Крепим взрослым ремнем. Все очень просто. Важный момент. Ремни всегда проходят под подлокотниками. Это на самом деле сильно важно. Вот, соответственно, здесь все понятно. Поднимаем подголовник. И в подголовниках всегда сверху есть красного цвета пластиковые направляющие. Продеваем туда ремень. Это дает возможность прикрепить его правильно. И тем самым ремень, благодаря направляющим, проходит по плечу на грудь, чтобы не коснуться горла ребенка. Он как раз таки направляющий для этого и создан. Соответственно, все очень просто. Регулировки ремня, подголовника это не мешает. В общем, вот так вот прикреплен ребенок в автомобиле. С этим разобрались. Так, давайте посмотрим, как само кресло можно пристегнуть в автомобиле. Это кресло оборудовано системой Isofix, поэтому у вас два пути. Если у вас есть в автомобиле Isofix, делаем следующее. Во-первых, для начала нужно убедиться, есть ли в вашем автомобиле Isofix. Он есть не во всех автомобилях, поэтому проверяем. Если есть, здорово. Что нам нужно? Здесь есть кнопка. Нажимаем, освобождаем Isofix. Вот он, Isofix. Это металлические салазки, которые крепятся к кузову автомобиля. В автомобиле должны быть изофиксы, это металлические такие скобки, сюда вот, надеюсь, вам видно, за которые мы крепим. Здесь установка производится элементарным образом, просто до щелчка. И вы увидите, сразу зеленый индикатор будет на изофиксе, говорящий о том, что вы пристегнули правильно. Соответственно, пристегнули, посадили ребенка и ремнем, как я вам показал. Если вдруг у вас в автомобиле нет изофикса, вообще не парьтесь. Покупаете также спокойно эту же модель, не вытаскивайте Isofix, просто поставили кресло, посадили ребенка, пристегнули ремнем и едете дальше. В плане безопасности в этой категории кресел Isofix особо большую роль не играет, поэтому не парьтесь, не в абсолютном. Что касается наклона спинки, здесь у кресла есть вот такой свободный ход небольшой. Это нам дает возможность принять положение спинки автомобильного сиденья. Если оно у вас даже немножечко наклоняется, тоже здорово. Можно будет полностью, как позволяет кресло, отклониться. Но, естественно, лежать мы не можем, потому что лицом вперед едем и взрослым ремнем пристегнуты. При ДТП, если наклонено сильно, ремень уйдет на горло. Этого нельзя допустить, как я говорил. Соответственно,
Наклоняемся вот так вот. Главное, у ребенка голова вперед не падает. Все здорово. Вот. А, кстати, вот еще об одной фишечке хочу сказать вам. У этого кресла, оно классное по безопасности, все здорово, но это еще и достигается благодаря вот этим вот панелям, установленным по бокам справа и слева. Они называются Guard Surround Safety у этой компании. Это дает возможность гасить энергию удара при боковом ДТП еще лучше, благодаря вот этой системе. Она выдвигается, соответственно, со стороны окна выдвинули, а со стороны салона этого делать не обязательно. Вот, кстати, классная фишечка есть. Вот, в принципе, по креслу добавить больше нечего. В двух словах мое мнение. Joy бренд появился, громко заявил о себе. Я считаю, мое мнение сейчас я вам говорю, не навязываю ничего. На мой взгляд, классные кресла по цене, качеству и безопасности. Они стоят ощутимо дешевле топовых тех же немцев. При том же уровне безопасности практически. Поэтому вы получаете отличный вариант для ребенка за достаточно гуманную стоимость. Поэтому качество хорошее. Придраться, в принципе, мне к Joy за эти деньги, ну, вообще сложно. Классные кресла. Реально рекомендую вам обратить внимание при покупке. Если это видео было вам полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. В заключение большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставили на обзор нам кресло Joy Duo. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора детского автокресла для вашего ребенка. Всего доброго!